На фидерной рыбалке часто бывают ситуации, когда рыба ведет себя неактивно и ее следует чем-то заинтересовать. Например, как вариант, можно пробовать подкармливать рыбу живыми компонентами, такими как червь, опарыш или же мотыль. Сделать это можно несколькими способами. Например, добавлять их можно в кормушку пробковым методом вместе с кормом, а также можно использовать вот такую специальную кормушку для живых компонентов. Кстати, об этой кормушке мы уже упоминали в некоторых наших видео. И вот нам стало интересно, а как же эта кормушка работает в воде и что там вообще происходит. И сейчас мы это проверим вместе с вами. В качестве живности будем использовать опарыша. Наша кормушка успешно приземлилась на дно. Опарыш начал постепенно вылазить через отверстие. И вот тут можно заметить некоторую странность. Мы видим, что часть личинок расползается по дну аквариума, а часть всплывает на поверхность. Такого мы точно не ожидали. Поэтому просим всех зрителей, кто хоть что-то знает по этому поводу, пишите в комментариях, это будет интересно всем. Ведь до этого мы думали, что опарыш всегда тонет в воде, но это видео показало обратное. Теперь очень хотелось бы узнать, почему одни личинки всплывают, а другие нет. Ну а что касается самой кормушки, то свою функцию она в принципе выполняет на все 100%. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео, а мы еще понаблюдаем за процессом. Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.